Государственный ансамбль песни и танца «Даймах» проводит очередную репетицию. Ребята оттачивают движение национальной лезгинки. Активно занимаются в зале и дети главы республики. Это Ахмат, Эли и Адам. От братьев не отстают и девочки Табарк, Хутмат, маленькая Ашура и племянницы главы республики Марьям Кадырова и Хайди Закриева. Они разучивают плавные движения девичьего танца. Через танец ребята показывают культуру и самобытность чеченского народа, мастерство исполнения национального танца, пластика и темперамент. Вот три главные составляющие зажигательной лезгинки. Государственный детский ансамбль песни и танца «Даймах» создан в 1999 году. Сегодня он является одним из лучших детских хореографических коллективов Чечни. Репетиции проходят под руководством народного артиста России и Чеченской Республики кавалера ордена Кадырова Рамзана Ахмадова. После отдельных репетиций все работают в парных танцах. Аза Исаева, Джамлел Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.